Всем доброе утро. Делаем pre-trip inspection. Проверяем лампочки. Если все горит, то все, можно ехать. Путь дорогу. Крыша горит, фильтра горят. Колеса круглые. Вроде да, квадратных нема. 4 солнышка горит, горит. 5 солнышек горит, горит. Вторая справа какая-то тусклая, не пойму, что такое. Что-то она мне сразу не понравилась, надо будет лампочку там поменять. Часик. Вроде все. Горит. BMW пока не горит. Все, задница светится. Погнали, поработаем. Так, народ, время у нас сколько? 6.05. 6 утра. Самая такая темная улица у нас, где все бомжи бомжуют. Справа у нас бомжатник начался опять. С одного места их выходят, они опять на другое едут. Ну, короче, сейчас фары снимаю, как они светят. Асфальт мокрый, всю ночь дождик валил, ну вроде сейчас прекратил на утро, так что уже радует. Ну как-то вот так. А когда ночью поедем, часа три когда встанем, то обязательно засниму, как они на фривее светят. В темноте где-нибудь найду, есть такие места. Заезд в порты, мужики. Нормально так. О, пропустим велосипедистку. Поехала девчина. А мы заезжаем. Так. Чуть-чуть приподнимемся. Здесь канавка такая перед заездом в этот гараж. Здесь у нас сканируют. Занесли все в систему. Система у нас Nipple. А знаете, в чем проблема? Что они с 7 открытые, а нам только можно заехать в 8. Да, ерундень на плите, не дадут. Не дадут, надо будет опять, наверное, выезжать, или опять крутанемся, и опять заедем. Ну да ладно. Порт не такой забитый. Так что я думаю, все будет ништяк. Прошли ингейт. Заехали в терминал или внутри в порт. Смотрю, на нашей локации один трактор стоит. Так что уже здоровенький. Здорово, как говорится. Сейчас через полчасика загрузит и поедем дальше. Задок, давай. О, молодчага.
кажется, его вправо клонит. Там пассажирскую сторону его что-то клонит. Да. Что-то в контейнере пошло не так. Надо будет осторожно влево поворачивать. Стоит. Погодка сегодня лучше, чем вчера. Колесные.
меня сколько? У нас еще одна ось, еще 4 колеса. 22 колеса. Красава. Погнали, пока не дали. Навстречу идет красная Вольво. И зеркала на носу. И вот я думаю, и колес тоже много. Думаю, может, Артем? Нет, не Артем. Вот так, как отличить красную Вольво от красной Вольво? Я не понимаю. И получается, на все красные Вольво теперь надо смотреть. А они все на одно лицо, как китайцы. Вот еще одна красная Вольво пошла. И тоже зеркала на носу такие же пластмассовые. Для первоклассников. Вон еще одна спускается. Навстречу нам красная Вольво, но тоже мидруф. Средняя крыша. Есть низкая, есть средняя, а есть самая высокая. То это мы уже как бы сдалека видим разницу. Так, заходим на пятый, на север. Ванкувер, BC, Канада. Here I come. Да, в Канаду мы не поедем. Там у них дзюдо, трудо, дзюдо. Очень плохой человек, редиска, коммуняга. Мы их не поддерживаем. У нас свой коммунист сидит в Белом доме. Обама под прикрытием Байдена. За политику не будем. Про свою политику я могу рассказывать вам новости, как бы, да, вот изнутри Америки. То, что все, что вам говорят по телевизору, умножьте на 50, потом разделите еще на 50, потом опять наполовину разделите, потом еще раз поделите, и вот все, что у вас останется потом, вот то доля правды. Поняли, да? Так как новости у вас переводятся с наших новостей, а у нас новости. Лишь бы не о всем, главное не плохом о Байдене. Чтоб никто не догадался, что президент у нас самый классный на планете. Впереди новая BMW зашла, i4, электромобиль, да? И даже не соизволили бампер поменять. Как вырезы были под глушители, так и остались. Только внутри их пластмасской закрыли дешевые, и все. Вот это да, вот это немцы, а? Сэкономили на бампере, не могли просто его чистеньким сделать. Это ж стиль, это ж красиво, типа того, типа глушителя есть. Whatever, если уже сделали каракатицу, то делайте с нее каракатицу дальше. Я прав или нет, мужики? Видите, да, два выреза по глушителю. Так как этот бампер идет и на простую машину с глушителем. Вот так вот.
фривей перекрыли. Что это такое? Вон там впереди. Что-то там моргает. Все стоит. Ну а что, будем стоять. Люди вон на карпул перебираются, думает, карпул идет, а там весь фривей заблокировали. Люди ходят, перебирают дорогу. Перебегают дорогу, что-то убирают с дороги. Видимо, акцидент хороший ввалили. Все встало. Я смотрю, открыли самую левую карпул и самую-самую правую. А я посередине. Надо будет текать сейчас. Или вправо, или влево. Ну, хоть уже трафик пошел, и то хорошо. Да, посередине так и стоит, моргает. Эвакуатор, что ли? Так, начали ехать. Зеленого петрушку догнали. 379-й. Квадратная морда. Ну и все, все разъехались. Стукнулись. Фривей перекрыли. Поговорили, поболтали, разъехались. Погнали дальше. Чего они тут носили? Вот в этом месте. Ага, трава, какие-то доски. О, все в досках, все в этой самой, как это называется, палочки маленькие. Ну вы мне скажите, я вам скажу, как эти палочки называются. Щепенка в голове крутится, но это вообще не то пальто. In half a mile, take exit 194 for US 2 East towards Snohomish-Wenatchee. Поняли, да? Женщина то же самое сказала, только все по-своему. У женщин бывает такое. Послушай женщину, сделай наоборот. Take exit 194. А вообще это самое красивое создание Божье. Continue for 2 miles. Так, поворотик. Еще раз переключим. А то у нас 20-ка кривая какая-то. Ровно не стоит. In 2 miles, use the left lane to take the Washington 204 East exit toward Lake Stevens.
35, а там дальше вообще 30 на поворот. Keep left at the fork. Уже сбавляем, как говорится. In a quarter mile, merge onto Washington 204 East. Так что мы еще раз переключимся. 25 миль зайдем в час. Тише едешь, дальше с двадцаткой приедешь. Ну и все, здесь гора, кто помнит. Скорость 55. Сейчас попробуем поднять его. Continue on Washington 204 East for 2 miles. Еле полз в эту гору. И на своем белосинем здесь летал. Апдейт сделала. Говорит, на трафик circle, говорит, налево повернешь. Вот это номера. А в прошлый раз мы здесь с вами на светофоре стояли. In 800 feet at the traffic circle, take the second exit and stay on Washington 9 North. Так, что-то двадцатку клонит, да, вправо. Если мы довезем ее, то они будут лаки. Полицейский навстречу. Скажет, надо тебя взвесить, ты что-то тяжело клонишься. Так клонюсь, а как? Куда без этого? Куда без поклонов? Еще один сделали раундабаут. Ну зачем? Exit the traffic circle onto Washington 9 North. Continue on Washington 9 North for 1.5 miles. Так что Google Maps, она, смотрю, апдейты делает хорошо. А мы здесь недавно были, здесь светофоры были. Стройка шла, но я даже не знал, что строят. Оказывается, построили круговое движение. Как это, трактористы, мы не любим эту ерунду? Потому что у тебя трейлер всегда идет по второй полосе, и надо аварийки включать, две линии занимать. Ты в одну полосу не вписываешься. Неужели демократы до сих пор это не поняли? Тупой народ, а? Еще одна ерундень на плетень. Тормозим, что? Ну, здесь хоть одна полоса, то здесь легче. К
колеса пустил по манюре. После того, как нашел четвертую передачу, at the traffic circle, continue straight to stay on Washington 92 East. Поняли, да, что она сказала? Вот и я также. Ни слова не слышал, наслаждался глушителями. Так как мы в гору шли, а теперь с горы будем спускаться. После этого roundabout. Так, зелененький, ты нас жди. А то у нас левые колеса на бордюрину заходят сверху. И контейнер еще клонит вправее, больше. Аж насыкотно. Но ничего. Не ссыте, все будет ништяк. Короче, мужики, план такой. Когда я поворачиваю влево, чтобы не клонило контейнер вправо, вы все пересаживаетесь на левую сторону с палки. А кто сверху на контейнере едет, ну, ясное дело. Слезаете и держите, чтобы контейнер вправо не упал. Мы всего едем 5 миль в час. Потом догоняете и прыгаете назад. Так что места у нас тут все, соответственно, куплено билетом. Красота. Улица просто красота. Наслаждаемся пейзажами деревенским, деревенской Америкой.
пробки нас. Вот какая-то 800 идет навстречу. Вот такой, оп, утка нос клюет вниз. И не туды, и не сюды. На 900-м я бы катался. Он хоть вниз клюет, но он длинный. Он такой же длины, как на 389-м. In a quarter mile, at the traffic circle, take the second exit onto Washington 92 West. Ну и все как обычно. Еще один круговорот земли. Уходим на нем налево. Exit the traffic circle onto Washington 92 West. О, тут еще надо переключиться. Мы целый круг делаем. А контейнера клонит. Ты давай не кланься. Сзади меня мужик. In 1000 feet at the traffic circle, take the second exit onto Washington 92. Сайт там красавчик. The traffic circle onto Washington 92. Continue on Washington 92 for half a mile. А впереди нас уже горы, все, там уже перевалы начинаются. Серьезные. Хлебушек мне комментировал. Говорит, по двойке надо было ехать, там красота. Ха, не, ребят, это если вдруг 90-ку закроют, тогда у тебя выхода нету, тогда по двойке едешь. Тебя там занимает по этим поворотам и буграм целый день ползти. Для этого есть 90-й фривей, а двойка это маленький хайвей. In a quarter mile at the traffic circle, take the second exit onto Washington 92, Quarry Road.
неплохое такое местечко, кто хочет потренироваться, назад поздавать. Просто неплохое. Там еще бордюрина. У меня там морда шла. Я думаю, где эта бордюрина, чтобы ее не снести? О, пошел. Пошел, красавчик. Вот так вот. А так что, если хотите узкие места, дайте мне знать. Здесь попрактикуйтесь. Если заедете под док, тогда пойдете сдадите на профессиональные права. А этот что так тихо едет? Паккар проехал, как девочка. Даже шума не создал. Разгрузились. Гоним назад. Уже с пустым легче эти повороты доберутся, а? Уже на шестую передачу, первая повышенная. Парковочку заняли. Вот так вот. Назад вернулись в Сиэтл, дождливые. О, какие тучки. Как вам такая картина Репина? Картина маргарином.
Так, народ. Ну что, вернулись назад в Сиэтл. Сдали наш пустой. Кто помнит, куда мы его сдавали? Как-то я выходил, с трака обзор делал. Alfa Romeo Milano. У меня такая была. Синенького цвета. Мэн, машинка стоит, загнивается. А, ну куда это? Куда это, а? Ну чё, поднимаем еще один контейнер. В этот раз 40-ковочка у нас. Сейчас один двигает, следующий наш. Свет не зря, и погнали дальше работать. Как-то так. Ну а пока вот goodbye Seattle. Вот такой у нас порт. С моста так смотрится. С моста на мост. Ну а мы что? Мы ничего. Добрались уже до Такомы. Ну еще не добрались, но добираемся. Так уверенно, потихонечку. 7,4 мили на галлон. Пока семерка держится, тяжелые двадцаточки, так неплохо. Гор мало было, поэтому на шестерку пока не упала. Ну, вам виднее, вы же у меня умные, как в утке. Короче, народ, завтра в эфире я не выхожу. Ну, я-то выйду, только без вас, да? Прокачусь завтра, засниму, а уже на следующий день выставлю.
так как у меня завтра 18 число у нас октябрь, у моей жены день рождения, так что мы будем справлять день варенья, всей семьей соберемся. Я буду немного вечером занятый монтировать киношку, так что прошу простить и понять. Ну а на сегодня тоже все, закругляемся. Так что если что, всем спасибо и до послезавтра. Как-то так. Всем goodbye. Hey, my buddy Marcos Gonzalez. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? Hey, if you're watching this video, that's awesome that your wife is doing better. Prayers do work, thank God. And just want to say what's up, man. Say hello to you. Keep watching. And God will do a lot of miracles. Thanks, man.